Я сделал шокирующее открытие. Свяжи меня с НАСА немедленно. Но в последнее время мы с НАСА не особо общаемся. Они передумают. Если ты скажешь им, что наша Луна сошла с орбиты. Не надо паниковать. Я не псих! Зачем они врут нам? А что им остается делать? Ты раньше нас узнал, что это происходит? Это ты неизвестный источник? Вот да. Мы имеем дело с разумной сущностью. И планируем атаковать эту штуку. Очень нужна твоя помощь. Скажи да, Брайан. Ты должен быть смелым. Если с Луной происходит то, что ты думаешь, надо действовать. На вас надвигается гравитационная волна. Срочно, стартуйте! Гравитационная волна? Мы под водой, ребята! Офигеть. Стой, стой, потише! Какой у нас план? Спасти Луну и Землю. Мы очень рискуем! Держитесь! Подождем. Гаденыш попался. Да! Дай руку! Держитесь! Ребята, вы готовы? Поехали домой! Он в авиарежиме.